Станция Богданович – одна из старейших станций на Урале. Ей исполнилось 100 лет. Тогда, 100 лет назад, на станции кроме начальника было 4 стрелочника, 3 рабочих и полицейский. В те годы через станцию проходило всего 2 поезда в сутки. Теперь на месте станции вырос город с развитой промышленностью, крупными предприятиями. Тридцатые годы. Именно тогда началось строительство огнеупорного завода, который сейчас гордость города. Пятьдесят лет назад этот завод выдал первую продукцию. И с тех пор он является одним из основных поставщиков огнеупорных материалов для металлургической промышленности страны. Город растет. Для более интенсивного жилищного строительства здесь недавно пущен в строй завод крупнопанельного домостроения. Он обеспечит строительство 115 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья в год. Но самым крупным предприятием города является фарфоровый завод. Десятки миллионов штук разнообразной посуды сходят с его конвейера ежегодно. Тарелки, сервизы, чайники и многое другое с изображением на штампе ящерки из сказов Бажова ежедневно отправляется со станции Богданович в разные уголки нашей страны. Вагоните серо, куда отправляется поезд, а за того, будьте осторожны.